Так, поеду с самого старта. Фух, и Мельдоний. Так, машин нету. Уф. Погодка сегодня вообще шикарная просто. Солнца нету. Держак на трассах шикарный. Дождь был дня три назад. И сейчас вот именно то состояние, когда влажно, но не грязно. А вот прямо вот так, чтобы держало, пыль прибита. Вот. У меня это сегодня четвертый спуск. И хочу прям стараться хорошо проехать. Вот. Вон там Ванек Кунаев с Костей Андреевым разминаются. Ну, погнали. Вздыхи на трассе. Ну, это норм же, тема привыкшая. Так, ух. Вот тут, по-моему, во, да, сделали. Уж здесь еще есть прогульчика одна. У-ху-ху. Так, теперь нам вот сюда, потому что я просто решил так срезать. Фух, такс. Сейчас будет чуть-чуть синей трассы, медвежий угол. Пока можно покрутить сидя, но время ехать. Тут поеду прямо, потому что слева там, конечно, прыгулька классно, там на повороте неприятная грязь. Фу. Фу. Какая же медвежка кайфовая. Уху-ху. Ух ты. Плохо зашел в этот поворот. Так, теперь на вжух. До сих пор не прикатаюсь по-нормальному к этой трассе почему-то. Неуверенно себя не чувствую. Ой, мои любимые корни. Грязная полочка была. Вот здесь парни накопали, респект. Вау, такс. Пропустил чуть. Вот здесь пошел Мельдоний. Это низ черной трассы. На ней проводился в 20-м, по-моему, году чемпионат Рашки. По даунхиллу. Ее прям я вообще не уверенно еду. Фух. На. Вот ее сейчас главное съехать просто. Ага. На GoPro, естественно, кажется, что просто ровная дорога. Фух. Фух. Но поверьте, не совсем так. Фух. И... Мне Ванёк Кунаев перенастроил подвеску в прошлую катку. Конечно, черная и белая. Теперь там за это спасибо сказать. Тут покрутить чуть-чуть придется. Ух ты, неудачненько. Ой, бля, листик на... Все, слетел. Фух. Фух.
финальный дроп. И финальный ДКР. Ну, не до иксапа.